Вот начался наш 8-й день. Да. Да. Сейчас мы поедем выступать, по-моему. В дом престарелых. Да, в дом престарелых. Я здесь. Дедушка, бабушка, подарим им радость. Да. Потом поедем на шопинг. Ну, в магазинчике, да. Там супермаркетов много стоит в одном месте, в другом городке рядом. И будем закупаться чем-нибудь. Да. А вчера мы были в Париже. Они знают? Да. Вы знаете. Вы знаете, да. Вот, так что вот так начинается наше утро. И тут какая-то неорганизованность, конечно, была. Да, насчет одевания, переодевания. Уже за вещами нас тоже отправили. Так что... Меняется каждую минуту. Да, все меняется каждую минуту. Ну, это французы, это французы. Это не наша проблема. Ну, такие, они каждый день, каждое утро винчик пьют. Раз и всегда, и поэтому у них все. Меняется. Вот мы отвыступали в доме престарелых. Сейчас Коля пьет. Коля пьет. Кофе. Очень большое и почти да. Даром подаренное. Да, там парень чуть. Парень чуть ошибся с деньгами. Да, но все равно. Коля, почти бесплатно кофе. Ну тут твой, блин, нечего пить, наверное, один глоток. Вот. Но сейчас мы пойдем на обед и дальше, наверное, в магазины съездим. Там, может быть, концерт будет. Вообще неопределенность сегодня вообще дикая просто. Нормально. Вот мы пришли на обед. Все ждут. Чудо. Чудо. Дали морковочку. Батон вкусный очень. Где моя морковочка? Я хочу мясо или супа. Вот и твоя морковочка лежит. Вода тоже отмерла. Вообще обалденно. Самое вкусное, что здесь есть. Мы рано пришли, так, на 40 минут. На 40 минут раньше. На минут 30-40. Бонсор? Какие соусы делают? Да. Вот, наверное, это основа. Вкусно? А, очень. Не хватает соли. Мясо, соус. А так нормально. Морковка. Ну, как видите, вроде бы вкусно все трущит. Не, вкусно. Потом расскажем. Помогает? Йога. Ла. Серьезно помогает? Нам тут еще дали на десерт. Мороженое Марс. Вкусненько. Должно быть. Прям как настоящее. Но по самому уже вкусно. Идем по магазинам. Привезли нас в точку, где очень-очень много магазинов. Больших. Супермаркетов как бы. Вот. И ребята там уже ракеты что-то купил. Пацаны все довольны, да. Yeah.